расскажу о Пикачу. А сейчас распаковываем первую розу. Давай тоже. Ой, сколько. Потом выйдет замыть руки. О, класс. Супер. Сейчас будем. Теперь дуем. Нет, я думаю, что она должна быть тонким слоем. Тонким. Ребят, мы на самом деле в первый раз это делаем, поэтому еще сами пытаемся все понять. Что мы сами по Ютубу смотрели, и теперь не знаем, как это сделать. Я думаю, нужно тонким слоем ее выложить. Вот так? Да, чтобы она растеклась, а потом пробовать выдувать. Растекайся. А пока подписывайтесь, а мы немножко подождем. И сейчас будем пробовать. Засовываем. И попробуем дуть. Ух ты, начинает получаться. А ну давай распакуем самую большую. Смотрите. О, круто! Оставляй так, распаковывай самую большую. А помогите, пожалуйста. Пробуем следующую. И это разноцветная, и она светится в темноте. Потом попробуем, а сейчас разливаем. И опа-на. Баночку в сторону убери. Ну давай пробуй, будет цветной шарик, интересно. Подожди, пусть растечется, подожди. А давай сейчас. И будем сейчас пробовать. Хотя она не растеклась, но села. Растеклась немного. Я думаю, шарик должен быть очень красивый, разноцветный. Не торопись, в серединку попробуй поставить трубочку. Вот так? Да. Как лягушка квакает. Класс, он так светится. Сейчас мы вблизи покажем. Вот. Придерживай край, где выходит воздух. Да. Не торопись, медленно дуй. Начинает получаться. Не торопись, медленно дуй. В серединку дуй. Вот, чтобы раздувался. Прикольно. Ребята, вы пробовали уже из слизи делать пузыри? Давайте еще раз попробуем. Мне кажется, это очень даже интересно. А если вот тут? Пробуй, с разных сторон можешь попробовать. Не, так ты не получишь. Так не получится. Попробуй с другой стороны, где фиолетовая. Вот там, да. Я думаю, чем густее, чем больше получается. Нет, трубочка должна быть под низом. Ты выпускаешь воздух. А под низом вот тут, так? Да, но чтобы воздух не выходил. Это как? Пробуй. В серединку. Ты сильно далеко, ты в край прям вас. А ну-ка, сдуй, давай еще раз попробуем. Нет, приподними снизу. Да, давай так и пробуй сделать больше. Дуй, главное, медленно. Ты видишь, когда медленно дуешь, он распределяется, воздух распределяется под шариком. О, увеличивается. Давай. Класс.
ты выпускаешь воздух, когда трубочку там держишь, еще дуй. Засунь трубочку с другой стороны, где остался еще, где осталась слизь. Да, аккуратно, много не выпускай воздуха. И дуй с той стороны, давай. Но оставляй этот пузырь, убирай трубочку. Оставляй пузырь и надуй розовое, ну-ка. О, класс! Больше становится. Вытаскивай трубочку. А ну пробуй розовую надуть, она как раз растеклась. Там, 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 там оставляй. Медленно надо дуть, помнишь? Давай. Направляй, может, трубочку в разные стороны. Запускай в разные стороны воздух. Ребята, вы видите, у нас собачка Нора на заднем фоне. Она пришла помогать Эмочке. Ей стало очень интересно, что происходит. Это нам бабушка нам повезла, потому что она уехала в отпуск по делам куда-то. И нам оставила собачку. А так у нас до сих пор Боня. Мы ему никогда не бросим, если у нас новая собака появилась у дома. Все, пробуй. Не продыряй в дырку. Не засовывай дальше, давай. Сдвинь трубочку. Вот, вот. Класс. Ребят, видите, когда слизь немножко постоит на столе, она растекается лучше тонким слоем, и шарики лучше надуваются. Мы немножко рассекретили все. Поняли схему. Вот, вытаскивай. Какую следующую распаковываем? Голубую. А может зеленую, как раз другого цвета? Давай зеленую. Ребят, не забываем ставить пальчики вверх. Да-да-да. Поддерживайте наши опыты, нам интересно. Нам из-за розового шарика теперь ничего не видно. О, что это внутри? Сейчас посмотрим. Сейчас. Оказывается, это слизь с сюрпризом. Глаз. Сейчас. Нет-нет-нет, надувай. Он будет надуваться, и мы увидим глаз. Ух ты! Дырочка. Закрываем дырочку ручкой, чиним слизь и делаем, пробуем. Если сильно тонко, значит соедини ее снова. Ой. Соединили слизь и пробуем снова. Все слизи разных фирм и разного качества. Одна тоньше, одна жиже, гуще. Все разные. Розовая лопнула, пока мы надували зеленую. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.